Ватсап, челики, с вами Аузи. Сегодня у нас челлендж для Авака. В этот раз, ребята, вы предложили в беседе ВК дать челлендж на пулемет. Серега Фобос предложил Ультимакс. Посмотрим, является ли это хорошей пухой. И я очень надеюсь, что это не будет как с тем же самым Винчестером, который был в прошлом выпуске. Кто не смотрел, ребята, обязательно посмотрите. И, кстати, ребята, приятного аппетита, кто кушает. И приятного просмотра. Итак, ребята, вот мы и на стриме Авака. Сейчас мы предложим ему челлендж. Посмотрим, согласится он или нет. Я думаю, еще года два купоны меня 100% не будут. Хрос, здорово, все хорошо, спасибо, сам как. Дим, спасибо. Да почему бы нет? Гоу сразу после этой. Спасибо огромное. Ультимакс, что-то знакомый пулемет какой-то. Спасибо. Окей, погнали. Спасибо за поддержку, Дим. Окей, давай после этого пойдем. Ребят, не забудьте, что ссылку на канал Авака я обязательно оставлю в описании. Также буду рад, если посмотрите другие видео из этой рубрики Donate the Skill. Они обычно доступны в подсказках. Для вас это будет справа вверху. Пожалуйста, загляните, и кто не посмотрел, оцените другие видеоролики. Сейчас Авак будет выполнять челлендж. Я думаю, он набьет нормальное количество фрагов. Я с Ультимаксом играл лишь пару раз. Ну, скажу, что он достаточно средненький пулемет, но это точно не Винчестер. Намного должен быть лучше, и с него фраги сделать все-таки возможно. А что там был за пулик? Да нафиг опять капсула? Привет, у меня для тебя испытание. Нужно взять пулемет Ультимакс. Это будет жестко. 7000 надо. Порт, о. То, что есть. Плохая карта, очень большая. Для пулика плохого варианта. Жестко. Давайте посмотрим. А, порт, понимаю. Но. Я не знаю, я правда, я не знаю, получится или нет. Это что-то как-то слишком жестко. Извини, опять переборщил, да? Блин, опять извиняться, ребят. Бля, ты чё? Два есть. Еба! Не надо было лезть. Я сделал минус 2. Это радует. А чё, его не ослепило, да? Я так понял. На максуй! У, сука, видали? А шо, по головам дает, да, нор? Прям вот нор? Бля, что-то жестко. Ага. Что-то прям минус 83 чувак удал. Ух, хорош. 4 есть. Помогите! 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 Помогите, блэд! Ну там второй на подсосе стоит, ну что мне тут сделать? Нормально. Тем более на порту я бы тоже не сыграл бы. Я все равно бы тоже на порту бы не сделал больше 5 килов, потому что карта очень-очень с большим расстоянием. И она. И этот пулемет лучше специализируется на том же самом Мехико или складе. Складу. Ну, вы поняли. Координат на моем имя говорят, откуда я влетел. 200 рублей? 200 рублей!
Бля, это Аузи, что ли, был? Аузи, спасибо огромное. Ты прям как это самое. Зерновка. Сначала задонил Дмитрий Назаров, а потом уже Аузи. Балдеж. Аузи, спасибо огромное. Спасибо за поддержку. Ура, я видео! Я попаду видео. Хе-хе. Для пулеметов, вот. Ну, Авак молодец, он хорошо справился, прошел лимит в 2 кило. Вот, ребят, в любом случае, ссылочка на канал Авака будет в описании. Ну, а я с вами прощаюсь, ребята. Следующий ролик у нас будет более масштабный, он будет финальный в этом сезоне. Ну, а с вами был Аузи. Всем пока.